Приветствую вас на канале Райвика. 1 января вы уже не захотите есть снова салаты, поэтому я вам сейчас предлагаю замечательное лекарство, которое пойдет на ура после любых праздников. И это крем-суп. Для его приготовления мне понадобится бульон, одна морковь, две картошки, один лук и кусочек корня сельдерея. Берем лук, разрезаем его на 4 части, отправляем в кастрюлю. Морковку режем вот такими кусочками. Это у меня картошка. Вот такими кусочками я режу без заморочки. Я нашла еще пару зубчиков чеснока. Если у вас он есть, то тоже добавьте 2-3 зубчика чеснока. И корень сельдерея тоже нужно порезать на такие же кусочки, как и картошку. На Новый год вы наверняка будете делать мясные салаты и будете варить мясо, у вас по-любому будет бульон. Вы оставляете себе с пол-литра бульона на утро, потому что супчик будет готов буквально за 20 минут. И наливаем сюда бульона. Бульона с пол-литра, чтобы покрыло все наши овощи. Накрываем крышкой, ставим на плиту и варим минут 20. Так, прошло 20 минут, уже овощи сварены. Ну и теперь нам нужно 50 грамм сливочного масла добавить прямо в наш супчик. Пускай масло растаивает. И теперь мне нужен крем-сыр. Я использую Филадельфию, но можно использовать любую другую фирму. Иногда я беру прямо, он бывает с зеленью, крем-суп. И где-то, я думаю, мне понадобится пол пачки, это где-то 70 грамм. И на медленной скорости, на медленном огне нужно еще минут 5 проварить, чтобы растаял крем-сыр и масло сливочное. Еще буквально 5 минуточек мы на медленном огне под крышкой проварим. Супчик сварился, 5 минут постоял, чтобы немножечко остыл. Смотрите, какой он красивый. Сверху маслечко, но если перемешаем. Я его не солила. Потому что масло сливочное имеет соль, и крем-сыр, он тоже соленый. Ну и осталась самая малость уже, финишная часть. Нам нужно отправить вот эти наши фрукты в блендер. И фрукты? Нам нужно этот весь суп теперь измельчить блендером. А если у вас есть пассатр, то, конечно, очень удобно взять и все это вместе вот тут прям пропассировать. Но у меня нету пассатра, поэтому приходится вот таким вот блендером пользоваться и поиграться, переложить из одной чаши в другую. Но пассатром надо его купить. Было бы удобнее, не надо будет 150 раз переливаться из одного в другое. Чего я ложкой выкладываю овощи, чтобы у меня тут просто не бульбукало. Казалось бы, из двух картошек, одной морковки, пол-литра бульона получаем 1200 миллилитров жидкости. Ну и теперь я отправляю это в блендер. Поехали! Ой, розетка не включена. Ой, как всегда. Пару секунд, буквально 20, и вот готов крем-суп, однородный, жидкий, можно накормить целую компанию пьяных гостей. Пьяных, тех, которые уставших, попахнели. Уставших снова после Нового года. Ну, я люблю крем-суп пить из чашки, поэтому я наливаю его вот так прям в чашечку. Оба! Можно добавить сверху немножко зелени. А зелень мокрая, некрасиво падает. Максимум 30 минут времени и суп, крем-суп готов. Берете сухарики и пьете на здоровье. И отличное настроение вам гарантировано. Очень вкусный, насыщенный, богатый вкус. Изумительный аромат. Я вам очень рекомендую, готовьте крем-суп. Если вы не любите, прям ненавидите корень сельдерея, то замените его на кабачки, можно заменить его на тыкву, на любой другой овощ, который вы любите. И получите вкус.
вкусный, легкий, быстрый овощной супчик, крем-супчик. Поэтому, друзья, ставьте лайки, кому понравился этот рецепт. Пишите комментарии, если вы еще не подписаны на канал, нажимайте красную кнопку подписаться. Будьте бодры, веселы, энергичны, счастья вам в наступающем новом году. И с вами мы, Райника, до новых встреч, пока-пока!